Дядя Дима, здрасте! Привет вам с Московской области. Дочь Ирина, зять Михаил и внук Илья поздравляют вас с днем рождения. Желают вам самое главное здоровья, удачи и исполнения всех ваших желаний. А теперь ловите музыкальный подарок. Кто-то зовет их батя. Кто-то отцом называет. Называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И в 6 лет на машине вдвоем мы с тобой на безлюдной дороге. И я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины. Но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сумке домой. Папа себе никогда не простил бы опоздание на утренник твой. Те минуты, что я с тобой провожу, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Воспитание дочерей ничего не для папы важнее, но и дочек папы почему-то всегда любят сильней. Я хочу, чтобы все из людей понимали все эти масштабы. Половина души у детей называется словом «папа». Меня жизнь заставляет познать раньше этапы. Просто отцом еще мало стать, постараться надо стать папой. Те минуты, что я с тобой провожу, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. С днем рождения! Ура!